поехала. Снимаем, отлично. Ну вот, сегодня 8 марта, очень хочется поздравить наших женщин на всей этой планете, в том числе тебя, Оля. Так что, чтобы пожелать вам, чтобы все женщины на этой планете чувствовали себя защищенными, чувствовали себя нужными. Хочется пожелать им, чтобы у них всегда был тот человек, который у них будет заботиться не только 8 марта, но и каждый день. Он будет с ними просыпаться рядом, точнее, с той единственной будет просыпаться рядом и говорить всегда то, что он ее любит. Неважно на все эти стереотипы, что каждый день говорить «я тебя люблю», это все это бред. На самом деле, каждый день это хорошо говорить «люблю». Ну, короче, все круто. Я рад, что вы у нас есть. Радуйтесь то, что мы у вас есть. И цените мир в своем доме. Будьте добрыми и заботливыми. И такая важная вещь. Сильная женщина не та, которая сильная, а та, которая может быть мягкой и доброй. Так что вот желаю, чтобы ваше сердце оставалось всегда мягким, добрым, надежным. Любила себя с правильным ритмом жизни. Так что берегите друг друга и дружите со всеми, с нами. И давайте жить в мире.